Всем привет! Вы на флагман-шоп, с вами Артем Некрич. Сегодня мы рассмотрим серию высококачественных морских удилищ под названием «Флагман Тюна». А для тех, кого заинтересует данный товар, ссылочка на интернет-магазин. Тюна – это высококачественные мощные удочки, способные выдерживать экстремальные нагрузки. Предназначены для ловли троллингом, дрифтингом, донными снастями. Очень неприхотливы в использовании. Обладают быстрым строем и имеют чувствительную вершину, хорошо сигнализирующую поклевки. Если при ловле троллингом это не так важно, в связи с тем, что рыба с разгону атакует движущуюся за лодкой приманку и начинает стравливать леску, а не заметить это сложно, то при ловле осторожного хищника дрифтингом, донными снастями в отвес, где глубина может составлять вплоть до километра и более, это имеет значение. Удилище длиной 2 метра 10 сантиметров имеет тест до 200 граммов, 2 метра 40 сантиметров – тест также до 200 граммов, и удилище длиной 2,5 метра обладает тестом до 400 граммов. Оснащены удлиненными рукоятями из качественного неопрена «Ева» и специальными кольцами в мощной оправе, способными выдерживать значительные нагрузки, а также катушка-держателем с верхней зажимной гайкой. Флагман Тюна найдет свое применение при ловле тунца, трески, палтуса, акул и многих других морских хищников от тропиков до холодной Норвегии. Друзья, оставляйте ваши лайки и комментарии. Также не забываем активировать колокольчик, чтобы не пропустить новых интересных видео. Ну а с вами, как всегда, был Артем Некрич. Вы были на Флагман Шоп. Всем пока!